Доброе утро. Миллионы людей связывают сегодня свою жизнь, свои надежды о преуспевании с сетевым бизнесом. И это вполне оправданно. Всякий разговор о том, что сетевому маркетингу кирдык, это просто ерунда, глупость. Не верьте этому. Если вы задумываетесь о том, чтобы начать бизнес в какой-то компании, то вот вам моя рекомендация. Или вы уже начали бизнес, и у вас что-то не очень здорово идет, то вот вам совет мой, если он вам нужен, конечно. Самое первое и самое важное, на что надо смотреть, это на продукт. Весь мой опыт говорит о том, что попытка преуспеть в компании, где продукт ничего из себя не представляет, товар никакой ценности реальной не имеет, или услуга, ну так, шансов там нет. Это просто люди затевают тему, придумывают какой-нибудь продукт или услугу, имея в виду заработать на продвижении чего-нибудь, создать сеть и чего-нибудь там продвигать. А потом еще что-нибудь подбросим там. А может, там найдем что-то, говорят они. Я сам был свидетелем, как организаторы бизнеса, владельцы компании придумывали, какой бы еще продукт подбросить для продажи в сети. Если это так, то шансов никаких. Абсолютно. Продукт должен быть убойный, продукт должен быть востребованный, интересный, актуальный, нужный, но и этого недостаточно. Я хотел вот о чем сказать, собственно говоря, и цель сегодняшнего моего сообщения состоит вот в чем. Мысль главная, генеральная мысль состоит вот в чем. Продукт не просто должен быть хорошим, нужным, полезным, действительно. Очень важно, чтобы продукт давал результат быстро. Чтобы ты попробовал, и у тебя ощущение от пользы, от реальной ценности этого товара, который ты используешь, или услуги, были такими, что ты понимал мгновенно, это ценная вещь. Сегодня, сейчас. Наложил там маску на лицо, на пол лица, смыл маску и увидел, что одна половина совершенно отличается от другой, что она новая, свежая, чистая, подтянутая. Просто с ума сойти. Вот это продукт. А потом уже читаешь, а какое будет воздействие после длительного использования, а какие результаты даст этот продукт, когда ты будешь использовать его и месяцы, два, и три, и четыре, и что там еще откроются какие-то замечательные свойства этого продукта. Но самое главное, чтобы ты вот нанес, и видно было, очевидно, реальная польза. Там выпил какой-то там чай и похудел тут же на несколько сантиметров. И почувствовал бодрость и энергию. Бросил таблетку в бак бензином. И через 15 минут твоя машина поехала лучше. И все показатели видны. Или что-то в этом роде. Есть такие продукты, которые трудно получить результат мгновенно от их использования. Требуется там недели, месяцы, а то и годы. Вот будешь пить вот этот чай, через 5 лет у тебя седина пройдет, говорят мне. Но хочется верить. Или там вот укрепится иммунитет, или еще что-то. Возможно, это так, возможно, это правда, возможно, это здорово. И возможно, действительно, это продукт такой, который очень ценен, важен и необходим людям. И хорошо, если его мы научимся продавать. Но если вы хотите, чтобы бизнес развивался стремительно, чтобы люди быстро врубались и подписывались, и чек ваш рос, и организация росла, и энергия наполняла вашу команду, и все бурно развивалось, то тогда нужно искать такой продукт, который дает очевидные результаты сразу. Вот не все это понимают. Некоторые думают, что вот
любой маломальский какой-то продуктишко, лишь бы был. А там маркетинг-план такой замечательный, там такие выплаты, а там такие льготы, а там такие карьеры, а там такие поездки, а там такие руководители такие духовные, такие они в Гималаях были, и у них трудное детство было, или еще что-то там, или еще что-то там. И мы тебя поставим в лучшее место. Все это фигня, все это ерунда, и не имеет никакого существенного значения. Продукт какой. Насколько он очевидно полезен, насколько первое его применение дает результат вот сразу, немедленно. Вот это очень важно. Поэтому если встает вопрос то или это, то на первое место всегда нужно выбирать действующий продукт. Потом все остальное прикладывается. Потом там маркетинг-план, люди, которые тебе предлагают этот бизнес. Но если продукт никакой ценности из себя не представляет, если он реально вас не возбуждает, если у вас лично глаза не загораются, то тогда будьте уверены, мало найдется людей, готовых продвигать продукт, результат от применения которого нужно ждать годами. В этом суть. И когда мы осуществляем выбор компании, исходя из такого принципа, то тогда мы понимаем, что сетевой бизнес реально полезен для людей, реальную пользу приносит конкретным людям, причем сразу. А это важнейший момент, учитывающий психологию людей. Люди не любят долго ждать, они хотят сейчас, сразу и все. Учитывая это, выбирая продукт, выбирая компанию, вернее, смотрите, как работает продукт, насколько он эффективен, как быстро он дает результат. Желаю вам удачи.